На заводе биотехнологии вовсю кипит работа. К изготовлению незамерзайки специалисты приступили еще в августе, когда белорусы боролись с жарой. Отсюда зимний стеклоомыватель отправляется на прилавки магазинов и заправок по всей стране. Линия по производству кругозора здесь запущена еще в 2005-м. Продукция от минус 5 до минус 55 градусов. Разграничили стеклоомыватели по разным цветам. Минус 15 у нас желтый, минус 20 синий. Минус 25 зеленый, минус 30 красный, чтобы и при отгрузке, и при выгрузке не путаться. Ну и плюс на полках магазинов он смотрится намного приятнее, чем одинаковый синий цвет. Процесс производства нелегкий. Начинается все с оформления купажной карты, после идут добавки, замешивается состав. Тем временем формируется упаковка. Заготовки для будущей тары помещаются в раскаленную печь, где температура выше 130 градусов. После выдува – розлив. Затем продукция отправляется на склад. Товар здесь хранится не более 3 суток. Мы постоянно увеличиваем и выпуск омывателя, расширяем ассортимент. Так как наш омыватель делается из собственного сырья, поэтому у нас есть возможность сделать продукт недорогим и хорошего качества. Бобруйская незамерзайка пользуется спросом и за рубежом. Экспортируется в Казахстан и Украину. Завод биотехнологии – поставщик стеклоомывателей для таких крупных компаний, как «Газпромнефть» и «Беларусьнефть». Все товары проходят обязательный контроль качества. В этой лаборатории проверяют на безопасность собственную и импортную продукцию. Чаще всего именно в российской омывайке обнаруживают превышение запрещенного метилового спирта. Стеклоомыватели, которые мы тут производим, очень хорошего качества, превышений ни по каким показателям у нас не бывает, полностью соответствует стандарту Беларуси. Завод биотехнологии специализируется также на производстве средств для розжига, добавок для защиты растений, антифризе и знаменитом антисептике «Чистые ручки». Цены у производителя демократичные. Стоимость на незамерзайку зависит от объема и температуры. 5-литровая бутылка до минус 25 градусов обойдется в 10 рублей, от 5 ниже нуля в 6. Этикетка – самая первое, на что стоит обратить внимание. В состав качественной незамерзайки, как правило, входит этиловый или изопропиловый спирт, вода, ПАВ, красители и отдушки. Проверьте также дату изготовления и срок годности. Недобросовестные производители за основу чаще всего берут запрещенный метанол. Пары этого спирта могут привести к головокружению, слепоте, расстройству нервной системы или даже к смерти. Отличить его от чистого этанола без проведения лабораторных исследований практически невозможно. Поэтому, прежде чем купить дешевую стеклоомывающую жидкость с обочины, стоит еще раз подумать, оправдана ли сомнительная экономия. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.